Вмешательство Тихоокеанского телевидения по просьбам жителей города в решение проблем ЖКХ имеет результат. Сразу после выхода сюжета о ТСЖ домов 2 и 4 по улице Мищенко, самые глубокие ямы внутри дворового проезда были засыпаны щебнем, что не решило, однако, проблему полностью, и мы возвращаемся к этой теме. Разбитый проезд перед домами 2 и 4 по улице Мищенко – предмет многих разбирательств и жалоб. Вопрос о том, кому принадлежит эта дорога, разрешен. Но вопрос ремонта остается открытым. Это территория, входящая в санитарную очистку. У меня придомовой нет, у нас проходящая. У нас был суд. Мы в суде все это разобрали, что это территория, входящая в санитарную очистку, прилегающую к дому. Мы ее убираем. Но я же не должна ложить за свой счет асфальт. Извините, есть такой закон, я сейчас могу ошибиться, по-моему, 490-й. Там именно говорится о том, что входит в имущество общедомовое. И там сказано, что вот именно вот эта территория, это санитарная, она не входит в придомовую. И я не могу на нее тратить. Да, это муниципальная собственность. Я не могу на нее тратить деньги ТСЖ. Проезд находится в ужасном состоянии. Тротуары не предусмотрены. Люди, выходя из подъездов, оказываются практически сразу же на проезжей части. Знак, ограничивающий скорость движения на данном участке, отсутствует. Наши дворники убирают 70 сантиметров шириной по длине дома. А остальная часть зимой – гололед, а летом – ямы и лужи. И лужи и не уходят еще по одной по такой причине, что нету ливневки. И на сегодняшний день пока этот вопрос не решается. Учитывая, что дорога без тротуаров, мы выходим на проезжую часть, и это опасно для нашей жизни. Если раньше был ограничитель 5 километров, то сейчас он уже много лет убран. И вопрос этот не решается. Неужели необходимо какой-то, чтобы произошел несчастный случай, для того, чтобы решить этот вопрос? После выхода в эфир сюжета о проблемах домов по улице Мищенко 2 и 4, председатель ТСЖ-центр Валентина Пастухова пришла на студию Тихоокеанского телевидения и поделилась с нами информацией о том, что вечером того же дня, когда проходили съемки, кое-где ямы были засыпаны. После того, как Тихоокеанское телевидение приехало на место, на нашей улице появился трактор, который загрузил в районе Мищенко 4 землю грязную, почистил, загрузил на машину. Затем эта машина высыпала эту грязную землю в те ямы, которые напротив нашего дома. Потом в этот же день возили на тележках два рабочих щебенку. И то же самое возили вчера. Некоторые ямы засыпали. Были засыпаны ямы, которые находятся на том месте, где велась съемка, прямо перед нашим домом, 4-го подъезда напротив. Город у нас маленький, и новости разлетаются быстро. На студию ТТВ уже начали поступать звонки с просьбами к нашей съемочной группе постоять и у их домов. Вы знаете, вот мне нравится, что вы поднимаете сейчас тему вот по городу, что дороги вот плохие. Нравится нам. Вот я живу на Усатого 21, у нас тут тоже такое творится. Боже, вообще ума не приложить. Так вот, может, недавно была ваша программа, вы там постояли вот на Мищенко возле дома, и поговорили, что там плохо, и тут же приехали там, позасыпали все, сделали порядок. Вот если бы вы, может, возле нашего дома постояли, может, и у нас бы позасыпали все. Сделайте, пожалуйста, такую милость божескую, потому что так ни до кого не докричишься, не достучишься, не дозвонишься, а так смотришь, у нас будет красота. Сделайте, будьте добры. Конечно же, мы всегда рады помочь жителям округа озвучить наболевшие проблемы. Вместе с тем, очень хотелось бы надеяться, что их услышат и те, от кого напрямую зависит качество жизни горожан.